На участке в границах улиц Солнечная и Старозагора длиной 3 километра активно проводятся дорожные работы. Улица Георгия Димитрова входит в топ-5 самых протяженных дорог, которые обновят в текущем году на средства профильного нацпроекта. И задач, поставленных подрядчику, здесь немало. Частично подрядчик уже удалил старое покрытие методом холодного фрезерования. К сегодняшнему дню фрезеровальная машина отработала почти на 40% автодороги, запланированной к ремонту большими картами – от борта до борта. В частности, в ночь на 9 июля специалисты трудились на отрезке от Московского шоссе в направлении улицы Солнечной. На объекте задействовали более 10 единиц техники. Там, где с фрезерованием верхнего слоя покрытия рабочие уже справились, занимаются заменой бортового камня. К настоящему времени более 22% таких работ готово. Помимо этого, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнят работы на инженерных коммуникациях, люках смотровых колодцев, их на дорожном объекте 115, а также на 60 дождеприемных решетках, что улучшит функционирование системы водоотведения и предотвратит образование луж и подтоплений. На колодцах к работам приступили сегодня днем. После всех подготовительных технологических операций, а это ориентировочно через пару недель, на проезжей части начнется укладка высокопрочного асфальтобетона. Современная смесь обеспечит долговечность покрытия. Однако не меньше местные жители ждут обновления пешеходных зон. Я, наверное, здесь сейчас не поеду, поеду двором. Потому что неудобно. Учитывая обращение горожан, оценив состояние тротуаров, частично обновят и их покрытие в местах значительных разрушений. Работы будут проводиться днем, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Хотелось бы, чтобы наш город блистал, был красивым. Тротуарная часть, ну, сами выйдете, да, то здесь довольно-таки сложно проехать на коляске, а если инвалид, совсем не сможет проехать. Поэтому, я думаю, это важное решение. Было принято правильно. Диктовали все тротуары на улице Димитрова. Были очень разрушенные участки, но тротуаров на кварталах от Старозагора до Московского шоссе, от Московского до Молодежной улицы. Обязательное условие у нас – это сделать все мероприятия для доступности для маломобильных граждан, в том числе для перехода через проезжую часть Димитрова и также при переходе примыкающих дорог, которые идут через улицу Димитрова, через тротуар. Согласно муниципальному контракту, установят пандусы. На пешеходных переходах, на тротуарах, при выходе на проезжую часть везде будут пониженные бордюрники. Благоустроят и подходы к остановочным павильонам и въезды к внутриквартальным территориям. Сотрудники МБУ Самары дорожное хозяйство в круглосуточном режиме осуществляют контроль за всеми этапами ремонта. Кроме того, специалисты следят, чтобы с объекта своевременно вывозился строительный мусор. Полностью со всеми задачами на объекте подрядчик рассчитывает справиться к середине августа. Местные жители с нетерпением ждут результатов ремонта, поскольку в границах этого участка расположены социальные учреждения и объекты потребительского рынка, а также плотная жилая застройка. Августина Охременко, Григорий Плешаков, «События».